Хей, йога, с вами Живки, мы продолжаем проходить игру под названием South Park и Палка Истины. Короче, в прошлой серии мы упали из... А, не, подождите, это был позапрошлой серии. В той серии мы, короче, с вами с монголами сразились, да? С гвардией монголов. Переоделись в Гота, ну и... Ну, я говорю, типа, вали, наверное, делай фоточки. Фоточки в министерстве в каком-то. Мы сейчас туда пойдем. Все это дело делать. Все эти дела делать. Так, мне интересует, что. Основание Иисуса. Стоп, что-то не понял. Чего, блядь? Подожди, а куда мне идти? В какое мне министерство идти? А, сюда? Да. Ну туда можно, в принципе, пробежаться. Хотел бы я, чтобы City Walk вернулся в монгольские... Монгольские что? Вот то, что блюдо тебе давали в виде говна? А я вам говорю, что это неправильно. Откуда взялось это огромное? Так и было, и теперь наши дети не ходят в школу, а это время уже не вернуть. А дорогие родители, старайтесь сказать, что они устроили все проблемы, и дети снова пойдут в школу. Скоро пойдет в школу? Что они себе возьмут? Они думают, что такой был важнее школы? А что если не настоящий такой был? Спасибо, что пришел, новичок. Всем внимание, семья этого мальчика, семья только что переехали в наш город, мы стали неразличными друзьями. Его зовут, как тебя звать? Ну, короче, мы увидели вчера кое-что, и сейчас этот пацан расскажет вам об этом. Давай, пацан. Расскажи им, ну, ты знаешь, насчет, ну, давай же. То, что было вчера. Это пустая трата времени. Ее родители комментарии не хотят решать проблемы с Таковалом, а когда остальные родители занимаются этим сами. Да, верно, вперед! Так, подождите, я не помню, сохранялся ли я. Вроде сохранялся. К черту конфессионистов? Почему? Они что, хорошие в постели? Почему бы тебе не накручивать в дома, малыш? Ничего тут грушить, а колачивать. Окей, давай к Стэну. Я видел тебя на корабле. Ты замечательно контролируешь свой пердеж. А, у меня был стендрап, потолок накопился. Понятненько. Но это в прошлом, теперь я спокойно могу... Ты не могу выкупить это за меня, только выкинь надо в определенном месте. Я покупал куда на твой... Молодой человек, это родитель собрания. Брось сюда. А, подождите, мне ж нужно прицепить на этот. Стой, 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 го, 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 го. Я прицеплю? О, золотистый вот он. Слушай, я знаю, что ты сейчас чувствуешь, понял? Но это ничего, Гришин, не решит. Мы должны проникнуть в Таковал и разрушить, что там творится. Похоже, мне помогу... Так, помогу тебе. Я видел тебя на корабле. Замечательно контролируешь свой пердеж. Жди меня в туалете. Настолько времени, но еще тебе настоящая сила. Поехали. Настоящая сила? Я вижу, у тебя потенциал, но мы не... Так, не дисциплированные. Давай тебе покажу. Иди на меня, пытайся... пукнуть на меня. Ой.
Я. Если назвать, что перед чем ты промазал на цель свой километр, попробуй еще раз. Хе-ха, видел? Твой пук улетел в 30 земель. Даже близко не прошел. Ну, что ты думаешь, детали, если люди мог блокировать твои пуки? Ты должен научиться контролировать свои пуки, то есть если вы выпускаете газы в нужном месте в нужное время, не научить тебе пуку под названием Шептун. Он будет твоим великим союзником. Ты мне не веришь? Попробуй блокируй мою атаку. Видел, я тебя отвлек. Отвлечение противника является важным элементом боя. Смотри, давай я покажу тебе еще раз. Следи за вязкостью. Хорошо, теперь попробуй сам. Пусть твой пук взорвет. Привет всем, мистер Маки. Теперь твоя очередь. Запусти Шептун так, чтобы Микки отошел в тот угол. Эй, ребята, вы слышали это? Похоже на бурундука. Очень-очень хорошо. Тебе нужно проникнуть в такой был, вспомни, чем я тебя научил. Разнюхай их планы и докажи мне. И что бы ни случилось, никогда ни за что не пукай на чьи-то яйца. Понял? Ладно, иди. Да, ребята, теперь у нас способность направляющий пук. Полетим. Цель достигнута. Теперь мы должны проникнуть в Taco Bell. Ну, давайте проникнем, попытаемся, по крайней мере. Я не решу, какого Так, телепортейшн. Где Taco Bell? Ух, черт, ладно. С монгольского этого пробежимся. Стой, я могу сюда пердануть. Брокори. Монетки. Граждане, тут не на что смотреть совершенно, не на что необычного и не происходит. Мы просто говорим о большом открытии нового ресторана Taco Bell. Это будет очень большой Taco Bell, он открывает через пару недель, спасибо. А в этом Taco Bell будет продавать энтерчик-то? А что? Ну, будут в полном меню Taco Bell, или это опять будет два в одном Taco Bell и кейф? У нас любопытный. У нас тут любопытный. Просто придержись сценария по протоколу. Но, сэр, он хочет знать, будут в меню Taco Bell на черы. Черт, у него указано по этому плану. Майклс, вызвал нейтрализуй угрозу. Так, точно. Послушайте, это же просто вопрос. Как же у Taco Bell такой огромный будут так продаваться энергетикой? Мне кажется, у... Марк? Граждане, вы понимаете, что у вас не место, но ради вашей же безопасности. Марк? Прости, вход запрещен всем. Приходите через несколько недель, спасибо. Окей, будем обманывать их таким способом. Но, блин, это все равно как бы неудобно. Ага.
Я могу его убить. Но я его мог и закрыть. Ух ты ж, ё-моё. Ой-ой. Ишь, ё-моё, продолжить. Всего лишь нужно было немного подождать. Настя. А, да ладно. Камень с луны. 50 ледяного урона. Ни хрена себе. 50. Это очень много. Так, каменный молот. Каменный молот, грубый и примитивный, но внушает страх. Две атаки, идеальная атака уменьшает количество щитов на 3. Ни хрена себе урона. Подождите, давайте по максимуму. 222. Здесь 412. Хорошо. Изменить. Так, это я сейчас не понял прикола. Шокирующий. А, я огненную сюда поставил. Да сюда тошнотный. А теперь, может, будет для меня выгоднее юзать именно вот этот. Но как мы повторили в одном месте, НЛО, как и собрасывают сюда токсичные отходы, мы собирались все слить, но нет гарантии на то, что они появятся снова. А это инопланетяне жидкости чем-то отличается от той, что было в прошлый раз. У меня какой-то же другой. Вы что, да? А когда инопланетяне отдохнут в спусковой реакции с охраняющим веществом и превращаются в мертвых в нацистов-зомби. Но опять началось. Черт побери, меня эти нацисты-зомби просто доконали. Прямо десятки... Так. Если эта земляная токсин попадает не в те руки, ситуация выйдет из-под контроля, и у нас будут большие проблемы. Так, мы должны сразить с землей все, что находится в радиусе 3 блоков. Найдите им как можно бомбы, и затем пустите утку про землетрясение. Если не будет медлить, то сможем остановить эпидемию вперед. Двигаемся. Наш разговор записан, но на этой кассете я не надеюсь, ставлю его здесь, но потом приду и зашифрую запись, потому что я спрячу и никогда никому не узнает. Отлично, хорошая мысль. Какого черта? Он вырвался и... А нормально, что наш перс исчезает, появляется? Думаю, нет. Так, если я не ошибаюсь, у вас иммунитет к... Да, к тошноте. А, к святости. Тогда дротики. А. Хорошо. Баттерс. Короче, как я понял, на баттерсе нужно устанавливать, когда на зеленом. Сейчас попробуем. Да.
ну, в принципе, нормально. Победа. Осмотреть. Атака оружием ближнего боя наносит на 50 больше урона. Ни хрена себе. Нифига себе. Забрать все. Так, шлем. Атака еще раз, когда убиваете врага. В ночном видении и превратно внутренний дисплей можно установить нечестным преимуществом в дальнейшем в играх захват флага. О, слушайте. Оружие на нас и больше. Атакующий. Атаковать еще раз. Но это имбово. Пули непробиваемые, все остальные, кроме пули, входят как нож в масло. Бонус способностям, когда здоровье меньше. 15. Ни хрена снижает 30%. А здесь у нас добавляет 10 брони, снижая урон от атак противника. Даже с палочками и мечами. Так. С палочками и мечами можно помнить о самоконтроле. Урон при блокировке. 15%. Да-да-да-да. Ну, это лучшие атаки. Короче, да, нужно будет менять. Перчатки, перчатки, а я дисплей оставлю вот этот. Это все ставим. Ой, точно, ты прав. Звуковую эту. Чё, эта комната секретная? Можно подумать, что она на секретной государственной базе? Повязка нациста. Что здесь у нас? Катушка Тесла. 50 шокового урона. Ебануться. Блин, мне нужно срочно... Подождите, а сколько в этом мече? Давайте вот этот меч получим, я сразу в него всуну все. Я всуну на 50 больше урона и плюс от молнии. Вообще будет шикос. А здесь только один слот. Ай-яй. Это плохо. Ладно, разберемся. Зомби нас с немного убежал. Окей. Окей. С щитом. Поехали. Нужно было лучше его оглушать. Ладно, если сейчас с Баттерсом все выйдет хорошо, то мы ваншотнем. Ну, ваншот, все вышло хорошо. Да. Да, работает эта техника. Так, того ваншотнули. Ответный удар. Зараза. Ладно, способности. А, я сейчас плохо подумал. Ладно. Вот об этом вот я и говорю. Ни хрена себе флешка. Да ладно, серьезно? Да ладно, серьезно? Мне лучше его глушануть. Так, манать это сложно. А не оживает.
Так, ну, тогда у нас единственный там вариант остается, это их сразу это еще раз атаковать, чтобы они свалили. Кто меня ударил? Они Баттерса ударили? Найс. Найс. Офигеть. Офигеть. Ладно. Знаете, давайте, наверное, сыграем по той же тактике. Сейчас объясню почему. Это сложно начинается, да. Теперь меня заставляет именно уже юзать эти аптеки и филки. А чё так мало-то им нанёс? Вот уж ну даешь. Хорошо, допустим. Ну а чтоб Баттерса не ваншотнули. Нужно этого сливать. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Да, это сильно начинается. Нужно качаться. Деньги. Деньги. Денежки. Окей. Тут жопа начинается, короче говоря. Нужно убежать за телепортом. Телепортом. Ого, сюда. Восстановление баланса. Посмотрим, что. Ну, по идее, мы сходили, да, на атаку был. Восстановление баланса. Восстановление баланса, восстановление баланса. Окей. Ячейку мистера Маки нужно будет найти. А, здесь я в доме еще не лутал. Кайл. Интересно, найду что-то здесь не очень полезное. Если брызнет, то получится право на бес... Что? На бесплатный подмыв? Так, что здесь? Парик. Что за... Изменения. Ключ от гаража. Опа. Здоров, Эйнштейн. Так, мне труханы нужно искать, короче, еще ходить. Хе-хе-хе.
Го в этот гараж. Стигматон. Осмотреть 20 больше денег. Забрать все. Но я не вижу смысла, типа, больше денег, потому что мы почти их не тратим. Ничего не дает, ладно. Так, теперь отсюда. Прямо, потом наверх. Я двоих сразу, еще себе, атаковал. О, поехали. Ваншот 700. Экономим. Хорошо, пожар. Ну, в принципе, если враги стоят в ряд, то можно их просто этим атаковать. Молнией. Да и все. Вот здесь мне нужна способность мелким становиться. Так, поехали за ячейкой, да? Сами не сюда. Так, заперто. Ферансаркс. Разгрузь. Ключ почты Макси. Где все, да? Я выполнил. Разоренный запас. Найдите складскую ячейку мистера Макси на складе. Ну так я ж нашел, нет? Это не она? Но это хаоса. Это не то. Может где-то здесь валяется. Всем завалено. Сколько ненужного мусора. Ничего не бьется. Скорее всего, там имелось в виду под ячейку. Это мне в почту нужно идти. Тогда в почту ключ мы получили. Да-да, можно выбраться. А почтовый у нас где был? Так, твик. Это значит что? Вестник. Мне нужен вестник. Точно, еще нужно в тюрягу. Мне нужно еще в тюрягу, там же на здании Санта был. Эй, носатый, для тебя есть работенка. У меня будет... Да, да, да.
мне туда пока не попасть. Но это не оно, походу. К мэрии смысла нету идти. Не отвечает, нет многих братьев Иисуса, потом вновь его терять. В смысле, так я ж находил его. Я его уже находил. Смысл? Если я уже находил. Лангу, тогда сразу забежим в тюрягу. Сразу в тюряжку. В смысле, что ты не залазишь? Бац. Бац. Ого, похоже, ты застал Санту за секретным делом. Он пробовал про полицейских в базу данных, хотел узнать, кто плохой себя вел. Ты же не будешь на меня подавать? Нет, не буду. Осмотреть. Вот урон при атаке оружием. Добавляет 10 брони, снижая атаку противника. Red Balls. Red Bulls. Блин, мне нужно 8 апнуть. Это мне нужно зомбяки. Для этого. Давайте без этого. Я его находил, в смысле? Well done, my son. Можешь вызвать меня еще раз в день, но в битвах в боссах не жди от меня помощи, я их боюсь. Приходи ко мне снова. А, да? Может, это все-таки когда у меня тогда зависло? Ну, когда это вылетело, походу, да. Первая атака в каждой битве наносит большой урон. Пироманьяк. Нанеси дополнительный урон горящим целям. Прилетающие предметы увеличат наносимый урон врагам. Враги наносят больше урона, когда твои жизненные силы на исходе. А, врагу наносится, тем. Я лучше хп возьму. Четким. В смысле? Не понял. Отправляйтесь в зал совещаний и заберите оттуда диктофон. Не понял. Чего, блядь? Я разве не забрал? Чё за бред? Мы ж с вами забрали диктофон. Чё за бред? Окей. Хера, конечно, не понял. Но, походу, классно. Мы диктофон забирали со стола. Стой, я сейчас вспомнил. Меня ж тогда...
Забрать все. Убили эти. Фашисты немцы, точно. Только не пойму. А проснется, походу, эта фигня была с этим. Потому что отлетел. Ой, неудобно, неудобно, неудобно. Так, а где этот дом находится? Вот Джо. Парихунда. Банк. Короче, мне сюда нужно, я понял. Ладно, побежали на, по этой стороне. Времечко осталось, ладно, немного. Здесь точно нет. Сейчас будем здесь, короче, смотреть. Так, здесь нет. Пост-офис. Вот ячейка. You will never get laid looking like that. Посмотреть, 25. Нет? Подожди, тогда я не шарю. Ого, в банк сбегаем. Гофбанк. И ничего. Посмотреть. Добавляет 3 брони. Ясно. Защищает руки от мозоли во время работы в конюшне. Ну все тогда. Я не знаю, мы ячейку открыли. Мне не нравится новый Taco Bell. Слишком он уже большой. Как мне к нему попасть? Походу никак, ладно. Давайте тогда, я думаю, на этом закончим с вами. В следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.